приходится дорогу прокладывать новыми местами по снежку, иначе больше никак. С моих окольных путей выезжаем на основную дорогу. Тут, как то говорится, лучше не бздеть. Верхний слой раскиселило, и теперь вообще красота, будем ехать. Кругом живописные места, леса, поля и реки. Каждый год, каждую весну и лето у нас вот такая вот поедение. Не зря я лодку достал, бля. И вот такой дороги 5 километров, бля. Лишний раз стараешься не суваться. Блин, из-за этой дороги и пришлось, в принципе, брать эту машиночку. Родимая, давай, только не вставай. Едем, пыхтим. С каждым днем сейчас все хуже и хуже. Еще недели две такой дороги будет, как минимум.
В общем, видео для тех, кто соскучился по нашим русским дорогам. Передаю привет всем. И могу сказать, что, ребята, мы с вами. Всем привет. Вот и подъехали уже наконец-то к нашему домику. Вон он там светится. Вот он. Осталось немножко. Вот мы и приехали. Всем пока, спасибо.